Так, зачем я удалила родинку, изюминку, ребятки? Ну что за вопрос? Неужели во мне больше нет изюма? Неужели эта изюминка единственная, которая была во мне? Вы знаете, для меня все-таки важнее здоровье, поэтому как только я поняла, что есть опасения, конечно, я без сожаления рассталась с ней. Вы знаете, что родинки нужно обязательно проверять и обязательно следить вообще за своим здоровьем. Я этим занимаюсь. Какая